Растет энергетическая мощь советских республик Средней Азии. В Таджикистане на Сыр-Дарье сооружается Кайракумская гидроэлектростанция. Ее 3 агрегата уже дают промышленный ток. Монтажник Рузибой Хасанов, электросварщик Анатолий Крылов. Все строители борются за то, чтобы гидроэлектростанция вступила в строй на полную мощность к знаменательной дате – 40-летию Великого Октября. Сейчас идет монтаж 4 и 5 гидротурбин, а всего в плотине будет 6 агрегатов. Строительство Кайракумской ГЭС осуществляется по решениям 20-го съезда партии. Воды Сыр-Дарьи будут орошать земли голодной степи, а гидроэлектростанция даст энергию индустриальным центрам Таджикистана и Узбекистана.